Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением зарплаты. Связано это с непростой эпидобстановкой в регионах. На этой неделе снова зафиксировали рекордное количество смертей за сутки. В регионах, где ситуация с COVID-19 сложнее, могут объявить нерабочие дни уже с 23 октября. Напомним, Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства, озвучила президенту предложение по введению в стране нерабочих дней в связи с текущей ситуацией с коронавирусом. Владимир Путин инициативу поддержал и отметил, что необходимо реализовать дополнительные меры помощи бизнесу.